Смотрю, они весь день сегодня срываются, весь день. Вот что значит погода, эта вертушка садится. Это я уже от матери с пятого этажа снимаю. То я сорябый там целый день, сейчас я попробую поймать. Целый день летает. Я посмотрю, посмотрю, стоит. Посмотрю, посмотрю, стоит невысоко, но порывистый ветерок. Плохо тут, конечно, мне с пятого этажа снимать. Ну, чуть попозже его поймаю, где-то он тут. Ох, целый день голуби. По одному, по два, по три, по пять. А вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Где-то здесь, сейчас я его поймаю. Вот этот выходит сюда. Где-то здесь. Вот. Вот камера. А, трудно поймать с окна. Кончилось лето. Смотрите, что у нас начинается тут. Е-мое. Вот голуби летали на перемену погоды. Все, кончается жара. Настает у нас тут, слава богу, дожди, прохлада. Сейчас птица будет лететь. Ну, я думаю, в два раза больше. Не часы, не час, а два, три. Все, дождались мы наконец-то дождей. Не было месяц. Спека, все погорело у меня. На огороде практически все. Но для винограда, может, хорошо. Так что у нас начинается ураган. Все, слава богу, жара спала. Начинается дождик. Сегодня кинули без 27. Но Витя решил кинуть с другой точки. Ага, подошли они. Так, сегодня температура 21, влажность 82. Также штук 20 точно кинули. Сейчас мы их поймаем. Ветер как южный. Вот они, поймал. Нет, ветер не южный, это ветер западный. Западный. Поменялся ветер. Ветер поменялся, но они сразу грибанули хорошо. Влажность большая, запотевает стекло. Где-то они тут. Вот они, вот они. Значит, без 27. Влажность 82, температура 21. Ветер западный. Посмотрим, что они покажут. Ветер поменялся, кинулись в другой точке. Сейчас мы узнаем, откуда Витя кидал. Сразу видна разница, 32 летать или в 21. 32 и 21 это две разные вещи, молодцы. Молодцы. Над домом стоят хорошо. Ну, я же говорю, что влажность потеет у меня этот. 82% влажность. Это вот нижние голуби. Вон внизу тройка лежит. Да, он немножко по-разному кидал их партиями. По 10 штук приблизительно. Это нижние. А насчитай, сколько всего голубей. Можешь посчитать? Вот сейчас хорошо видно верхние и нижние. Смотрите, вот так. Это нижний, а он верхний, видите? Там что-то куча верхних. Больше двух десятков, видите, нагнал. Сюда вот порознь. Хорошо берут. Видишь, так те более-менее верхние. Хорошо дышится. Не готовых много тут. Понятно, ну ничего.
Голубей много, пусть. Хорошо дышится после 32. Хорошо дышится. Погода такая, что могут ночь остаться. Хорошо, хорошо стоят. Как им хорошо, я представляю, после 32. Подтянуло, ага. После 32. Как хорошо сейчас летать им. 21. Голуби разделены. Верхний и нижний. Это я вроде бы верхний снимаю. Там внизу садится. Кто это садится, посмотрим. Не пойму. Вот он. В нижних, да? В нижних. Эх ты ж. В нижних, гад. Верхних его нет. Вот верхний где-то тут. Наверное, проходит и проходит. Вот верхний. Хорошо, хорошо. Западный ветер. Да, ветер, наверное, чисто западный. Да, да. А я поехал туда, понял? Куда? Ну, туда же, за городом. А потом понял, да? А потом смотрю, что это не, бля. Развернулся и обратно. Развернулся нахуй. Угу. А я жду за городка, смотрю, они уже над домом. Молодцы, они сориентировались, да, как бы повернуться. Все же время был восток, 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 а это запад, и они молодцы. Хорошо, высота метров 300. Дорняка, что ты выглядываешь? Вот они, метров 300, 350, хорошо стоят. Посчитаем голубей в кучке, если зрение хорошее. Вот хорошо стоят, ну где-то так, минут 15 уже, наверное. Привет, бро. Привет, сейчас обожди дому. Туда, о, за ним. Эти, видишь, разнобой. Ну там как бы... На манеже все те же, правильно? Да. Потому что эти... Вот, 20 минут голуби в полете. Штук вот Андрюха посчитал. Все, они уже в нем. А за ним, да, вот они уже в насилии. Бывает 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12, 2, вот по ним. Уже прошли синее пятно. Прошли синее пятно. Там уже, наверное, серое. А нет, как раз над деревом надо там сейчас стоять. Потеет, сука, влажность большая, не могу. Хорошая. Для этой погоды нормально. Не могу верхних поймать. Там все готовы. Все, у нас сюда, у нас потери по готовым. Понятно. Лучше бы они были не готовыми. Вот моя, видишь, не готовая, она дома. Да. Поймать, говорят, на синем. Высота хорошая, 40 минут уже. Там синего много, сейчас они где? По центру синего. На синем их уже вчера не завидно. Да. Вот прям бери в середку синего, в центр. Середку синего? Вот эту чуть плямку выходят белую, как бы, матка понял. Такая. Понял.
все уже как бы почти в белое, так. Как бы по ручью оно, знаешь, как по руслу. Синее это как вода, ага. Вот они в воде вот этой сейчас, между белыми. Понял. Синей. Сейчас больше к правее идут, как бы к белому, сейчас выйдут на белое почти. Да что-то мелькнуло. Ну то одно там. Да? Вот оно одно, видишь? Ага, вижу. А вы сейчас, вот они, все белое. О, понял, все. Сейчас я попробую поймать. Это что, что пришло, что уходило, да? Верхний где-то. Не знаю, да, вот оно протерло, оно белое. Это то горой уходило, не верхнее. 40 минут горе голуби. Плохо поймать, сука. Могут ночь остаться, зараза. Это нижняя только где-то. Повыше штук 10-12. А сколько там горит, считаете или плохо посчитать? 12? А? Понял. Что 12? 11. Я вот этого хорошо вижу, от него куда брать, от этого, от нижнего? А? Эх, сука. Понятно. Синюю плямку держишь? Держу. Все, держи, держи. Чуть-чуть можешь под левее как взять. На блондина? Да, типа на блондина. Сейчас они будут входить, вот как очки вот синие, вот типа вот в переносице они очков. Там как скелет. Да, сейчас оно как типа вот, там, как все, скелет. Они в синее уже входят, все, было, в синем, как в синем. Скелет прям был. В синем они. Влево. Угу. Вот они в синем. Ага. Сбивают, сбивают. А, ну да, небо такое, как бы что. Им бы сейчас развернуться. Да должны бы сейчас уже, видишь, они начинают. Начинают уже разворачиваться, по-моему. Лепешить трошки. А, нет, там, гля, как раз там раскрыто. Да. Ну да. Да. Вот он тот, да? А это и такая кислота. Чуть на проходе голуби. Поймал, поймал я наконец-то, поймал их, фу. Славик, сюда не заходи, лучше на низу, что ли, ну нахуй. Значит, минут 40 вот они стоят. Даже я хотел к вам зайти. Да не надо к нам заходить. Такого, не надо. Вот, поймал я наконец-то. 33 минуты, во сколько, без 20? Да, без 20. Ну, час почти. Почти час вот. Здрасте. Наконец-то их поймал, ё-моё. Ну, они проходили, проходили, а сейчас вернулись. Никуда они не проходили, они были... Ну, так ветра нет, они начинают сбивать, конечно. Они всегда, ну, да. Они всегда над двором стоят. Да, уже свет включает дома. Вот голуби. Просто не мог я их поймать. А сейчас поймал. Только ноги. Я его так вон туда. Только ноги торчат. Ну, я даже, блядь, смотрю, ноги такой, бельк. Я не думал, что он сюда заходил. И я не думал, я же все смотрел на голубей. Я уже увидел новые только. Вот артист. Мелькнули. Сейчас хоть видишь их или ловишь? Вижу, ловлю. Держи. Держу, а держу. Вот они, да. Хорошо полетали, там? Часик, ну, полетали. По одной? Да. Думаю, что да. Поймал, долго их не мог поймать. Видишь? Если воды, можно зайти туда, там есть у меня базон. Воды. Заходи. Давай. В эту и воды. А сюда поднимай. Забор руками вот, зацепиться, вот чтобы не вошел. Вот голову чуть наперед стоят. Чуть-чуть. Получили. Наперед. Там я вон и так, блядь, инвалид, ёпка. Ну понятно. Тут, хоть инвалид, хоть не инвалид. Видишь, как, Андрей, смотри. Вижу, как они. Ага, ага, ага. Это, они уже этого догнали. Вот он, видишь, Андон. Сплошной. А Конопатый Киев сел? Он и в первый сел. Понял. Ну хорошо сегодня. 21 градус. Часов полетали. Часик полетали. Ветер западный поменялся, прохладный. Завтра, Виха, наверное, надо погнать часов 5, слышишь? Если будет так прохладно, давай завтра в 5 погоним.
Или в 6. Ну хотя бы в 6, да. Чтоб они немножко набирали. Они уже в форме все. Ну вот сейчас вот час, да, полета. Я тройку только поймал, а остальные впереди, да? Или все вместе они? Тройку бери сразу вправо. Вправо это куда? Ну, вы вправо, говорите, где вправо? На Гарбора или на Робу? На Гарбора вправо. Не, лучше тройку бы взять. Лучше на Робу. Не-не-не. Я лучше тройку буду держать. Это... Ну, я тебе на Робу положу. Может, они к тройке подойдут? Витя, остальная масса. Подойдет. Нахера нога была выходила. Буду тройку держать. Боюсь. Какой же ты все-таки? Они все вместе. Все вместе? А что я тройку только вижу? Там уже тройка пониже, но тройка четвертый, вот, видишь? А, о, увидел, увидел, ага, ага. Они все вместе, ну. Они на горе с полковым идут. Вот он этот, Антон, прилетел в детку, он появляется как ниоткуда. Ага. Что же он отсюда? Чебелохвостый. Че сплошной. Вот, поймал я их всех. Посыпала четверка туда, а здесь ага, получается ага, свет. Ну, уже темнеет, свет включает. Четверка падает на этот, на горе с полком. А светлая оба тут. Ну, этот какой-то летно-спортивный. Надо посмотреть, кто. Летно-почтовый. Кто-то такой. Цены необыкновенные голубь, летно-почтовый. Посмотреть надо кто. Ой, вот эти лезут, да? Больше эти лезут, а где еще одна? Еще одна. Темнеет уже, вот свет в квартирах. Я знаю, что четверка туда. Время, время, время. Вон голубятня свет включили. Вот так вот. Час две минуты. Час две минуты. Без 20. Вот смотри, дрон, куда ты, вон компьютер. Ага. Вот они, вот они, вот они. Вижу троих опять. Четверка тут. А семерик там, а шесть и одна. Ну-ка буду смотреть, кто. Ангела вижу черного. Да, сплошной и глаз голохвост. Три строки, а четвертого даже не видят. О, так он непонятно, что он бурый, да? Бурый по одной? Вот, вот и вот. Ой, понял. Все. Это этот. Это этот. Это Богучары. Богучары. Этот молодец, этот не залетит. Это Запорожье. Думаем, кто ж это такой был? А это красный. Этот не залетит. Он и тут будет сейчас петли нарезать. Ну, думали, кто такой? Кто такой тут летает? Ага, это красный. Тот, который вот, когда... вот я говорил, что их 14, потом 15. Вот он и на такой горе стоял, стоял, видать, как упорол туда. Угу, он не держится. Не, ну он иногда держался, ну, да? Нет. Или никогда не держался он? Не, никогда. Никогда? Неужели вся голубочка вот там подошла, что села на этом? Сейчас посмотрим. На общаге. Да, сплошная. Да, я думаю, синяя, это она. Красавица, вот смотри на ее. А, у нее немножко в середке что-то, да? Есть, да, все. Под хвостку, да? Есть. Перетряхивать нечем, она видит. Она все должна видеть. Улю-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 
Вон, видишь, Андрюш? Это Петура, ага. Понад. Это только задой. Хочешь, если бы сейчас еще... Сейчас какую красавицу, то какую балду. Не, она видит, бля, текает. А где, где соколок? А вот он, соколок, вот он. Видишь? А, вижу, вижу, ага, ага, сейчас, сейчас, сейчас. И он как бы не вовремя сейчас, знаешь. Ага, да, да, сейчас да, ему да. не надо. Если, если был бы тот, что надо, то красавица только отшелестела бы сейчас. Угу. Пошла наперед. Прошел соколок, да, этот? Прошли все, они уже не видят, куда лететь. Прошли? Вот сплошной белохвост. Ага, эти хорошо, эти видят, куда садиться. Остальные прошли, да? Ну, как у тебя, нижние прошли оба. А эти семерка вот, а шестерка. Вот тут уже. Я только пару хорошо снимаю. Шестерка вот над блондином, две девятиэтажки. На проходе, да? И вот подворачивает сюда, хорошо, хорошо. Ну зато черный ангел, молодец, он плюнул на всех. А, ну, все он, да? Да, это он. Рябомыза же не летает. Одна сбоку. Одна сбоку, наверное. Так, ну что? Может без головы. Покормил, Витя, и тех, и тех. Ну тех, а тех пока еще не там свет. А, понял. А тех покормил, да? Да. Ага, ага, так, эти ну, вот. Эти вот садятся. О, бля. Сейчас я посмотрю. Да, это без головы твой. Это без головы, без головы. Да. Черный ангел. А те он пошли на блондина, там уже пятерочка. Да? А ну-ка, где, где бы мне их поймать? Там светлых как раз, вон пятерочка. На блондином стоят, вон. А вот это возвращается кто? А это кто его знает, кто уже. Они тут это что-то белохвостенькое. Вот рябы молодец. Он всегда летает, летает, но вовремя ложится спать, садится домой. Это белохвостенько, наверное. Может это одна сбоку, полоса рябы. На девятиэтажку погреб рядом. Вот еще что-то, вот одна сбоку, наверное. Где? Да вот она прошла. Они уже не видят, куда садится. Вот по первому на девятиэтажку тоже. Те на девятиэтажку сели. Два. И сели, эти, да? Да. И эти мостятся. А те пятерку уже и не бачу. Прошли? Эти мостятся на девятиэтажку. О, а вот она пятерка. О, они уже далеко. Вот она. Или же над садиком. Ага, пятерка, да. А четверка сюда. Вот. Ну, два села, он еще одно, еще одно там. Mm-hmm. Четверка туда села. О, я увидел, как они парой сели. Вон они парой сели. Ну, видно, да. Там один белоголовый. Черный ангел там. И полоса. Да, и полоса рябой. А и... тех уже, а те вот уже мелькают, мелькают, уже далеко. Ой, точно не придут. Да? Какие? У те, что мелькают, тех я уже не вижу. Да. А? Да, я понял. Тоже придут? Далеко. Далеко? Да. А как смотреть от дерева их? Если а дерево? Куда ты? Мы да так я, ели, я, а ты хочешь? Я их уже не тут вижу. Не видишь. Не, сейчас уже хорошо видно. Не-не-не, там они мелькали, мелькали, они уже исчезли по расстоянию. Не, ну так, сейчас на ночь видно их хорошо. Не, когда так их видно хорошо. Они еле мерцают уже. Не, ну их видно хорошо сейчас. На ночь вот как раз мне сейчас видно хорошо. Ладно, поехал я, пацаны, все. Значит, полетали, сейчас скажу сколько. Да, полет окончен. Полетали. Да ну если. Час 10, скажем так. Час 10. Витя, ну, тебе дальнее, приду. Вот я еще одного поймал. Уже уезжать. Вот кто-то. Да нам надо свет делать. Свет надо делать, да. А вот это Виха, знаешь кто? Это этот самый, знаешь кто? Это этот киевлянин вот этот. Понял? Вот. Вот это киевлянин стоит. По молочному, полосатый. Полосатый, который. А, это. Понял. Вот это он. Нет, вот перина у него, да, поломана. Не, да, перина поломанная, а, да. Ну, это ему плюс. Да, вот это с под
Київська 2 на 1 і Херсонської голубки. Все, я його увидел. Это он. Час 10. Девятиэтажка. Кто? Кошки. Сейчас мы их кирпичом встретим. Витя, возьми красный кирпич. Девятиэтажка выпадает. Ладно, надо ехать в Кудряшовку. Все, поехал я.